Bengala aí, quem vai estar? Pega Cristo, filho. Pega Cristo. Né? Видишь, какой это там? Буквально метр крутится, а потом блокируется. Какую? Да, задним ходом на переднем приводе я еще по танковой не ездил. Но едем, нормально идет машина, уверенно. Такой у нас всегда какой-то экшен есть. Вперед колеса клинят, а назад все четко. Вроде не клинит, сейчас правая сторона тоже крутится. Паша говорит, едь по лесу. По какому лесу? Мы и так в лесу. Вот и Крис тут. Это будет красный, если Крис сейчас застрянет. Показывает кадры. Да, ну видно, мост все-таки, я думаю, что был на последнем дыхании, потому что какие-то звуки были, ну не критичные, но были. Купим редуктор. Подрезает, блин, глумится. Сейчас мы увеличим скорость, я выключу одну пониженную и поедем быстрее. Так, кстати, снимать удобнее, если ехать перед всеми, то их хорошо будет видно. Что-то раньше не сообразил я. Так, тут какой-то Рубилова, там я смотрю, идет. Вон и Паша едет. Все, я вижу, не очкуют это, они очкуют, сигналят мне.
Эту машину нельзя сломать, Жека. Она едет все равно, видишь? Мужчина! Да так удобнее же ездить. Во-первых, вас хорошо видно. Снимать удобно, блин. Пашу вон видно. Смотри, как он красиво идет. О, это знакомое место, кажется. Мы тут редуктор меняли на бортовой, на залупазле. Да, это здесь. Что там, Жека? Проблемы, да? Так, переодели обувь, пробка рассосалась. Продолжаем движение. Теперь только задним ходом. Все, никто вроде не мешает. Дорога неплохая. Тут места на самом деле жесткие. Не смотрите, что так я легко еду. Просто большие колеса. Получается, у нас сейчас зад загружен. Продолжает свой нелегкий путь. Задом по всей банде. О, Паша говорит, хвостовик могло срезать, но патрулевский хвостовик срезать не так-то и просто. У нас есть комплект главных пар еще. Саня нам когда-то подогнал. Можем перебрать. Ну, просто что два редуктора надо будет перебирать. Менять пары. Так, объезжаем мусор. Видите, тут что творится. И так мы и едем. Так, ребята поехали в обратном направлении. А дети мои где-то по лесу там ходят с камерой. Сейчас надо их забрать, наверное, будет. Но я к ним не подъеду, будем ждать здесь их вот сейчас. Выйдем на островок. А вот и Паша. Да, интересно, мы так еще не катались. Ну, какой-то там сложность есть впереди, я смотрю. Я переживал, что быстро и легко все проедут, но нет. Так, все, пассажиры на месте. Ну, как тут в лесу? Да. Да. Так я не дома за компьютером. Единственный недостаток, самозадул печки как бы слабый будет при езде задним ходом. Так, ну ребята меня ждут там. Я думаю, что я... Ох, как тут жестко, слышишь? Не знаю, доеду я или нет. Я могу не проехать, наверное. Попробуем ходом. Идем пока. Дальше, наверное, жестче.
траекторию так непонятно, где тут лучше, где хуже. Толкает пока. Тяжело. Прошли. Сложное место было. Какие-то бампера плавают, как обычно. Да, вот это место, вот тут залупазл был сломан. Вот там, где как раз я буксовал, где было сложно. Хорошее место. Один у вас развернулся. Такой ближе к стоковому поехал домой. Ну, не домой, в объезд. Медленно, но идем, идем, идем. Самоблок срабатывает. И практически проехали. Смотрите, какая жесть. Впереди это мы преодолели все задним ходом. Паша с Жекой меня ждут. Тут немножко на горку. Все. Более-менее идет неплохо машина. Неплохой вариант. Снимать удобно. Кого? Ну, просто, просто мы позже выехали, понимаешь? Из-за этого они оторвались. А так было бы кого. Нормальный экшен, специально не придумаешь такой. Крепление фонара опять отвалило. Фонара отломалось, кос ходит туда-сюда. Ну блин, нагрузки большие, шо? Это Криса тяжелый патрол просто. Кстати, его редуктор подходит на мой задний мост. Сейчас пока будем кушать, надо незаметно поменять. Вы же сказали, что еды туда нет, чтобы поехали в лагерь. Сразу? Что спасать нечего, да? Да, да. Ну ладно, я поехал. Вы тут будете? Да. Пока. А потом задом наперед идти, отпустите, когда так. Да, что будет казаться? Ты вперед едешь. Ну да. Так, тут еще лужица. Ну, по... насколько я помню, самое сложное место мы проехали. Хотя сюрпризы могут быть в любом месте. Ну так же. Чего? Ну, Саня ж на танковый. А BMW едет и вперед. Чего мы не доедем? Доедем. До Сани? Ну конечно. Да, тут. Ну так а какие у нас варианты? Починить. А, мы же не нашли кардан. Не, починить невозможно, потому что надо разбирать весь задний мост. Это... вынимать полуоси. А что там все, и полуоси полностью без мост? Развалился редуктор и клинит. Так, вот тут такое препятствие неожиданное. Такая веточка. Смотрите, какой шлагбаум какой. Вот, Орешникова снимать. Все перед нами. Женя тут, Бородач тут. Может, еще кто-то подъедет.
так очень удобно, кстати. Можем скорости чуть добавить. А, не, больше не добавим. Назад же одна передача. Я уже хотел переключаться. Задом никто еще не проезжал танковую. Тем более на моноприводе. Так, уже видно финиш второго участка. Там на горизонте показался. Хорошо воды набралось так. Ну что, предыстория. Рустам дергал патруля Криса, что сломал себе кардан кусок. Или кардан рассоединился, просто выпал. Сломался хвостовик заднего редуктора и... Блин, а мы раком едем. Не выпаду я хоть в болото. Крен в машине такой, что... Красиво идем. Главное никого не вклепать пока там. Сейчас Паша уступит место. Бородач дубасит. Понял, отпускаешь чуть газ, чтобы натяжка. Поехала машина. Зато у Жеки больше всех видео будет. И фото. Лагерь. Недалеко тут уже лагерь. Так, тут как-то какие-то покрышки выбросили. Там он сзади с тырсой, это место известное. Я думаю, преодолеем. Плохо видно сзади. Егор, положи телефон. Посмотри, как мы красиво идем. Привет! Что, не ждали? Конкурсы огонь! Конкурсы огонь! Да не, я Жеку просто снимаю на видео.
И Бородача, но ему надоело сниматься, он уехал. Конкурс огонь, говорит. Да, так и едем. Интересный вариант, как так разорвало. И, ну, удар был, ну, обычно рвется кардан. Так, Жека на камеру работает. Красавчик. Второй участок завершен. Что можем посмотреть, что у нас за машины сегодня. Вот тут дельфин купался. Ковров нет, хорошо уже. Ничего не мешает. У вас есть. Ну что там, Жека? Видишь, как удобно снимать. Чего я раньше так не ездил вообще? Видишь, все со временем приходит. Паша, попробуй, так удобно ехать, снимать очень удобно.